имел возможность не только наблюдать зрительно этот объект, но и заглянуть в бинокуляр с увеличением в 20 раз, 20-кратный. Объект наблюдался в течение примерно 20 минут. И я хорошо его успел рассмотреть в стереотрубу. Это, как я еще раз говорю, классическая тарелка из двумя ножками. Верхняя часть абсолютно гладкая, скажем, как парашют. А нижняя, она больше похожа на угол. Естественно, с большого расстояния трудно говорить о конкретных размерах, но цвет цвета огня, желто-красные такие тона, без переливов, ровный свет. Это видело большое количество народу. Это кроме вахтенного офицера, сигнальщика, который обнаружил, приглашенный на верх командир, я его видел, значит, и порядка 50 курсантов. Однако, несмотря на большое количество свидетелей, наблюдавших летающую тарелку, технических доказательств этого явления не было. Экраны радаров были пусты. А значит, либо моряки видели какой-то фантастической природы мираж, либо все они стали жертвой массового гипноза, либо летательный аппарат обладал уникальными свойствами и был просто невидим для приборов. Таких случаев было несколько, и именно на эту особенность НЛО военные специалисты обратили внимание в первую очередь. Отраженного луча мы не получали. У нас возникло впечатление, что поле, которым окружен этот неопознанный летающий объект, оно поглощает электромагнитное излучение и не дает отраженного луча.